Впервые такую зарядку на пляже провели в прошлое воскресенье, 8 июля, в День семьи, любви и верности. Горожане идею поддержали, и теперь такая утренняя разминка станет еженедельной. Проводить ее будут по субботам у моря в парке имени Анны Ахматовой. Веселая музыка, приятная компания, пляж и солнечная погода. Доброе утро начинается с зарядки. Это залог хорошего настроения и бодрости на целый день. Занятия проводит профессиональный тренер Ольга Домнина. Она мать четверых детей. В ее семье каждый день начинается с зарядки. Эту привычку стремится передать и севастопольцам. Мы каждый день встаем утром в 6 утра и идем на зарядку. Это исключение только воскресенье, потому что в воскресенье мы обычно ходим в горы там, или куда-то пешеходные маршруты осваиваем. А так каждое утро полчаса у нас зарядка. Это как правило. Мы хотим поделиться этим опытом. Звучит динамичная музыка и уже сложно усидеть на месте. К массовой разминке подключаются отдыхающие пляжа «Солнечный». Упражнения подобраны простые, но эффективные. Растяжка, ходьба на месте, правильное дыхание. С этим комплексом сможет справиться каждый. Совершенно удивительное мероприятие, бесплатное, полезное для здоровья, объединяющее людей. И я хочу сказать, что если пропаганда этого мероприятия будет побольше, то я вас уверяю, вся площадь здесь будет заниматься физкультурой и радоваться жизни. Дома сам себя не заставишь. Без примера, без того, кто тебя призовет, это просто невозможно. Здесь же, ну хочешь не хочешь, вместо того, чтобы просто сидеть на пляже, идешь и немножко двигаешься. Важно соблюдать и питьевой режим. За 20 минут до зарядки выпить стакан воды, чтобы организм начал просыпаться. В течение разминки можно пить, но небольшими глотками. Следует умерить употребление воды и после тренировки. Скоро такие зарядки как минимум 3 раза в неделю планируют проводить и в других районах города. А встали с той ноги утром. Елена Корнухова, Сергей Котляренко. Информационный канал Севастополя.